для продвижения своих эгоистичных целей, мимо деловой программы, то у вас тут такие соблазны, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Не мы делим мир на блоки, я уже касался этой темы. Не мы заявляем, что те, кто с нами не согласен, будут наказаны. Все это происходит по инициативе наших западных коллег. И наши западные коллеги не хотят никаких мостов строить. Кирпичи они употребляют только для того, чтобы, как вы сказали, строить стены, а еще пытаться бить по голове тех, кто их не слушается. Но я уже говорил, что мы не закрываемся от Запада, но он должен понять, что так, как он себя ведет, ничего не получится, кроме как продолжение конфронтации. Движение за создание палестинского государства в полном соответствии с резолюциями ООН. Если он хочет, он пусть ее повалит, подведет под нее опоры, объяснит нам, на каких условиях он готов вернуться в цивилизованный мир и в цивилизованное общение. Мы посмотрим. Всемирной торговой организации, и когда все эти механизмы стали